Музыка кончилась, а мы встретили девушек, которые занимаются вот этим всем. Девочки, расскажите, как вот это все относится к университету? Это просто культура корейская. Почему это должно относиться к университету? Это в душе. Чё грустишь? Я не грущу, я сижу, смотрю за площадкой своей. А, это площадка? Да. А что тут делают? Ребята ловят рыбку из фонтана. А кто там у тебя ловится, маленькая или большая рыбка? Как вам наши люди? Интересно, необычно все так. Какие-то новые приспособления, какие-то машины, мне сказали, что тут ездят. Я была очень удивлена. У вас такого нет? Нет, у нас в 18 веке этого нету. Ночь в университете в самом разгаре! На сцене уже целых 4 ведущих, и мы снова хотим узнать у случайных прохожих, как все-таки проходит для них ночь в университете. Ну что, как настроение? Как ночь? Привет, университет! Сегодня в ботаническом саду обитает Ева. И наконец мы ее встретили. Привет, Ева! Привет, а ты Адам? Я пусть буду Адам. Адам. Адам, расскажи, как твои дела? Я нашла в саду птицу и подумала, что она там застряла, вынесла ее на улицу, а потом казалось, что это был птенец. И, в общем, потом увидела родителей, которые искали этого птенца, и я поняла, что я сделала только хуже. Теперь родители не могут найти птенца, и он, наверное, умрет с голоду. Так что день не очень, еще Адама найти не могу. День не очень, зато ночь очень. Спасибо, Ева. Ночь в университете 2016.